у меня болезнь. Вы сказали другу такое слово, после которого... Какое же я слово сказала? Так как многие из вас написали «хочу», то вот каждому из вас отдельно высвобождаю слово. Мое тело – самоисцеляющая машина. Мое тело – самовосстанавливающая машина. Назначьте свое тело правами и способностями к самоисцелению, самовосстановлению. Потому что именно от вас зависит, какими правами и способностями вы свое тело обеспечите. Скажете ему болеть, значит, вы даете ему права и способности болеть. Но когда вы понимаете, что у вас, вы есть царь над этим пространством, значит, вы говорите, я наделяю тебя тело правами и способностями, прямо вот пройдите через свое тело, я наделяю тебя тело правами и способностями самовосстановлению. И обязательно поблагодарите меня. Обязательно высвободите благодарность, потому что это огромнейшее.